Скажут, как надо правильно делать. Варвар, вернись, напиши им. Чего? Ты чё ему так, что? Тварь! Ты тварь! У него столько ресов, подбирай быстрее! У тебя взрослый кто-нибудь есть? Да, да, это есть папа дома. Ребят, всё, подбежал! Алло. О, алло, здравствуйте. Здравствуйте, малость не осталось. Ну, игроки просто жалуются на него, я... Игроки пусть воздействуют, то есть это же тоже борьба своего рода. Вот пусть борются, это игра, это борьба. Пусть борются, когда они научатся бороться с чем-то, с трудностями справляться. Вот пусть попробуют с такой трудностью справиться сами. А зачем влезать, то есть, в конфликт извне? Зачем? Взрослые не должны лезть в эти дела. Ты знаешь, Фламмер, я постоянно кайфую с нашего спавна, я просто не знаю, прям не могу. Давай звони, не тормози. А. Звоним. Новый, мы постоянно всех находим, а чё? Классно. Радуем людей. Так, вот. Да. Звонишь, что? Да, всё, добро. Да. Алло, привет. Алло. Приютишь? Надо приютить просто. Да. Да. Чё, ты впишешь да. Приват, нам мне там интерес могу дать, там все дела? Да, давай, ты кашись, ёпта. Я единичку в чат написал, давай. Николаска. Николаска? Давай, я тебе кул написал. Давай, ты пошлись, пидорас. Ты чё, я тоже написал. О, смотри, Фламмер, я у него... А чё у тебя так? Нихера. Чё, не скелет убьют? Помоги, кто? Пожалуйста. Сейчас я семью... Он мне пидорас. Кристинка жируха, это кто? Это... Кристинка, уходи, уходи. Это моя свинья, я её ебу. Ты пидор. Чё ты делаешь? Ты дурак, что ли? Тихо. Давай это на случай, давай им поможем, уберем этого ушника. Так, ну чё делать, говори. У тебя дом такой? Ну чё? Да, у меня он красивый, я его 2 дня строил. А ты ничего это, не гриферишь, ничего? Нет, я не гриферю. Фламмер. Что, да. Варга добавлять? Да, конечно, добавляй. Флам. Угу. Ты понял, да? Что он должен сделать? Как бы сейчас. Мы же у него дома, понимаешь? Мы же защитники. Да. Я вас вроде бы добавил. Да, добавил? Да. Ну тогда добавь, да. Слушай, и чё, могу я, да, залезть на сундуки? Да. Опа. А пошлите совместно селфи сделаем. Селфи? Да, пошлите. Ну пошли. Вот прямо тут вот. У диджейского стола. Чё, любите селфи делать? Да. Давайте, это, вставайте тут рядом, сейчас фоткаемся. Чё, прям сейчас типа селфи? Чё? Да. А нахрена мы тебе нужны-то? И броню, и ещё броню снимаем все чисто. Зачем? Скин можно? Ну, она, наверное, есть. Грязная, да? Скин показать-то, да. У меня вот скин классный. Давай, можно, в принципе. Давай. Один, раз, два, ну. Три! Лагает, что ли? Лагает, да? Ой. Чё, лагает, погоди, подлагивает. Слышь? Он убил нас. У него неудачники, лохи! Ой, его загрифили! Чё, ты охренел нас убивать, что ли? Слышь, мы тебе поверили. Офигел? Ой, дебилы! Ой, долганище! Ой, дебилы! Слышь, верни, погоди, я тебе... Нет, я вам не верну! Прими, слышь? У меня ты там броня была, у меня броня была разноцветная, прокачанная. Ну все, я твою свинью сейчас убью. Только попробуй, тварь, я тебя сейчас убью! Слышь? Я убиваю твою свинью. Нет! Тварь, иди сюда! Прими, ты что делаешь-то? Прими. Я сейчас админ напишу. Да пиши кому хочешь. А ну тварь, иди сюда. Где твоя свинья? Я ее убиваю. А где она? Тварь. Я убил свинью. Убил? Он и получает. Вот ты сюда, тварь тупая. Уйди. Уйди от меня. Фламмер, помоги. Фламмер, пиши админом быстрее. Он меня убил. Пиши быстрее админом. Я пишу админу. А ну сюда иди. Быстрее пиши админом, я застрял, Фламмер. А ну получай. Фламмер, я помоги! Я написал админу. Он еще убьет меня, Фламмер. Все, написал админу, сейчас тебе наказание да. Будет. Уйди от меня. Убивать. А! Кто меня убил? Что за хрень? Админы, наверное. Ты что за фигня? Гриферить плохо. Чё? Дай мои вещи! Ты чё, набил, что ли? А ничего, что ты нас убил, ты придурок, что ли? Он ему отдай вещи, тварь тупая. Ты чё делаешь? Почему мы должны тебе вещи отдавать? Отдавай вещи! Нет. Ничего мы тебе не дадим. Что? Зараза, а?
Слушайте, где как... ты? А ну где ты? Выходи, покажи свой. Все, ты админу написал, Фламер? Да. Давай, так. Похоже, они уже все ломают. Что за фигня? Что сундуки ломаются? Ты написал, да? Они здесь админы? Да. Они походу ломают его. Ну все тогда, сейчас они ему покажут, как надо правильно делать. Тварь, вернись, все, напиши им. Ты еще ему так, что? Тварь! Ты тварь! У него столько ресов, подбирай быстрее! Да, надо выбирать. Пока его админы убили, надо ресы поднимать быстрее. Нихера у него здесь тайник, прикинь. Нихера. Оу, точняк. Смотри, у него здесь. Охрень, ломай все. Вещей. Забирай все, пока админ ломает. Эх, сколько вещей. О, быстрее, алмазные блоки забираем. Охренеть, аж не аж лагает, Фламер, прикинь. О, тут все залагало. Фак, алмазы, 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 алмазы. А ты свой тайник не хочешь? Нихрена у него сколько здесь хрома кейсов, прикинь. Сколько? У него просто стаки, прикинь? Стаки хромы. Блин. Это наши сундучки, которые это... Всякие там дропы выпадают. Он, наверное, да? нагриферил. Уйди отсюда. А ну покажи свое, мудак, лицо. А ну сюда, иди. Тварь, грифер, он вообще, конечно, конкретный. Знаешь, что он делать вообще, если сейчас админу писать, чтобы они его дом вообще банили просто? Тварь! Вы чё? Охреневшие вы, твари! Это за то, что ты нас загриферил. Вообще прям можно... Блин, ну верните, пожалуйста, все. Сейчас тебе вернем, да. Сейчас пожалуйста. Вот я вообще, знаешь, не люблю гриферские дома. Я считаю, что админы правильно делают, когда их убирают. Ну, пожалуйста, пожалуйста, ну... Отдайте мне дом, я больше не буду гриферить, ну, пожалуйста. Да вот у тебя уже все. Подожди, да. А давай лучше дадим все эти ресурсы игрокам, которых он загриферил. О, давай, давай. Зови сюда людей. Сейчас. Давай, я сейчас все выкину. Так, ну пожалуйста. Столько я, конечно, алмазов не отдам. А вот это. В принципе. Блин, ну пожалуйста! Ты... Да молчи ты. Давай сюда быстрее всех людей. Блин, нет, 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 пожалуйста. О, здесь еще у него рез есть, смотри. Пускай все забирают. Давай вернем дом, пусть они забирают. Вот я уже, смотри. Вот, здесь дохера чего можешь забирать. Ты где? Пишем? Почему, да, все. Почему никого Фламера не вижу? Где все люди? А во-во, пошли. Охренеть. Смотри, сколько народу тут. Охренеть, вот, разбирайтесь. И все твой дом ломают. И убили его еще, прикинь. Они сейчас друг друга месить будут, понимаешь? А, кстати, мои вещи! Твари! Нет, все. Вещи! Нет тебе вещей, нет тебе вещей, все. Они забирают все твои вещи. Ну, что, тамчик и жемчуги, да, все, забрал. Что ты забрал? Вот это грифер, ты напиши, что это грифер, пускай они убьют. Ай, нет! Вещи отдайте! Мои твари! Давай, они могут ломать сундуки? Давай, им тут еще есть сундуки. Слушай, надо его, наверное, банить, да? Зачем он нам нужен? Блин, да? Нет, спать, пожалуйста, ну пожалуйста, я все сделаю. Все сделаешь? Да, слушай, Фламер, я знаю, что ему надо сделать. Знаешь, мне надоело в последнее время, что у нас постоянно гриф. У тебя взрослый кто-нибудь есть? Да, да, это есть папа дома, вот. Дома? Ну, да. Вот дай-ка я с ним поговорю мне. Позови, вот знаешь, позовешь я с ним. Сейчас я... Сейчас, Фламер, мы объясним, как надо вообще. Да. А то вообще разгриферились тут. Смотри, херей здесь людей, да? Да, они что-то строят даже, гляди. Все, а чё, ну ждем пока, да? Чё? Мне кажется, наврал, нихрена никто не придет. Не знаю. Да-да. Вообще охренеть. Так... Да, всё, пришёл! Алло. О, алло, здравствуйте. Здравствуйте, малость не осталось. Здравствуйте, мы вот по поводу вашего, так скажем, сына. А, ну? Вот он у вас просто грифер на сервере, то есть он убивает других игроков и ворует у них вещи, как бы, и... А? И вот мы хотим его, как бы, наказать, забанив его на этом сервере, и чтобы он больше не играл. А зачем? Ну, просто он портит... Но он же ребенок. Ну, игроки просто жалуются на него, я... Игроки пусть воздействуют, то есть это же тоже борьба своего рода, вот пусть борются, это игра, это борьба. Пусть борются, когда они научатся бороться с чем-то, с трудностями справляться. Вот пусть попробуют с такой трудностью справиться сами. А зачем влезать, то есть, в конфликт извне? Зачем? Взрослые не должны лезть в эти дела. Хотя, слушайте, вот Фламер, вот правильно он, да, говорит отец? Да. С другой стороны, конечно, тоже право, но... Ну, хотя бы объясните ему хотя бы немного, что вот так вот... Нет, давайте я ему объясню. Ну... Я ему объясню, да? Постараюсь донести до него, да? Да. Но, как бы...
не вариант, потому что как бы я тоже не могу ему приказать в том плане, то, что как бы, все-таки это детские игры, и то, что они там делают, это как бы их конфликты интересов, это уже их там проблемы. Я постараюсь, конечно, поговорить с ним, что-то рассказать, но мне кажется, что все равно выводы он сделает свои и сделает свое. Ну, в принципе, я с вами согласен. Но, я не могу написать. Ну, давайте хотя бы я просто... Мы все были детьми, мы все прекрасно это поняли. Да, ну давайте хотя бы просто его забаним на нашем сервере, чтобы он хотя бы у нас... Не надо, потому что это отразится и на родителях, и все, и то есть и эмоционально он будет подавлен, не надо. То есть он у вас дома кричит, да, то есть будет злиться? Не то, что кричит, нет, не злится, но то, что падшее состояние, зачем это ребенку? Он ходит сам по себе, что-то тут все, то есть он становится неразговорчивым. Но это ни к чему, зачем убивать ребенка, это же игра. Ну, в принципе, я с вами. Он будет думать всю жизнь, то есть, что игру можно перевести в такие вещи серьезные уже. То есть, зачем психологию, психику ребенка я нарушать не собираюсь, не надо. Ну, хорошо, ну давайте тогда, не знаю, ну мы вернем ему дом, только без этих всех супер вещей, без которые у него были. Ну, у него не будет тех суперских вещей. Не надо, оставьте все в порядке, вот он что, пусть поиграет. Пусть вот детишки, которые с ним сидят там же, да, на сервере, там, пусть они все вместе решают этот вопрос, как-то между собой общаются. Зачем мы вам с вами будем туда лезть? Пусть они между собой решат этот вопрос. Они же общаются, пусть общаются. Пусть общаются, нет, пусть именно в общении познают, кто из них прав, кто не прав, и пусть они попробуют до него донести. А что мы взрослые будем доносить? Ну, с одной стороны, тоже верно. Все не донесут до него. Тогда пускай, получается, он играет, как играл, делает дальше, что делает. И... А они пусть его учат. А если они на это не способны, о каком учении, зачем они тогда там сидят? То есть они должны понимать, что они делают, что они сидят, чтобы, возможно, любые варианты, правильно? То есть они должны быть готовы ко всему. Это в жизни пригодится. Ну, в принципе, да. Надо тогда им сказать, пускай сами решают свои вопросы. Конечно, не конечно. Ноют, да. Да, пусть попробуют решить вопрос сами. Да, ну спасибо, что уделили нам время хотя бы. Спасибо. Алло, все. Это, привет. Слушай, ну, мы поговорили с твоим отцом. Ну, я слышал. Слушай, ну тогда, Фламер, давай ему все ресы обратно. Давай. Ну, не то, что прям все, не все прям алмазища, но дом ему вернем. Ну, кидстартер давай ему дадим какой-то. Давай кидстартом дадим. Ой, слушай, это... Ну да, сейчас дом ему все вернем. Что-то сервер лагает. Да, подлагнул что-то. Мы тебя забаним, знаешь, на один день, просто, чтобы... Нет, не надо, пожалуйста, не баньте, пожалуйста. Я умоляю, не надо, не баньте, пожалуйста. Не, на один день, понимаешь, на один день, и все. Да даже на один, я здесь играю каждый день. О. Блин, у него так отец просто все объяснил, понимаешь, я не могу, мне теперь, после того, как у него отец все рассказал, я не могу по-другому с ним поступить. У него прав же отец, понимаешь? Блин. Да. Пускай играет, хрен с ним. Пускай, вообще, пускай играет. Только, ну, правда, у него... Вы что, меня забанили? Мы тебя не банили, не погоди. Забанили. Тебя не банил никто. Фламер, ты его банил? Нет. Нет, тебя не банили. Мне пишут, вы временно забанены на один день, 3 часа 46 минут. Автобан сработал. Блин. А, автобан у нас стоит, да, от грифера. Блин, ну пожалуйста, блин, разбаньте. Поздновато что-то. Да, что-то поздновато. Погодите, я сейчас... Меня мама зовет. Слушай, ну что с ним базарить, да? Надо его как-то это... Слушай, у него, блин, отец как-то так все объяснил, я... Не могу его теперь забанить. Вот дом, тебе дом, дом. Вот тебе как бы... Вот дом. А вот. Ну хоть не... На, играй. Играй, да. Там, правда, нет сундуков с алмазами, но вот так хотя бы. Нет, там есть сундуки. Да не, я же все сломал. Сундуки? Нет. Блин, много сундуков. Ладно, все, давайте тогда, пока спешим. Давай, спешила. Фламер, скинь его. Пока. Давай. Дорогие, вот я хочу сейчас спросить подписчика. Дорогие подписчики, как вы считаете, вот мы реально сейчас поговорили с отцом, вы разделяете его мнение или нет? Если вы... Пишите в комментариях, я почитаю. Вот я сделал так, как сказал сделать его отец. Вернуть ему дом, вернуть ресурсы, пускай игроки решают. Если вы согласны с этим... Пишите в комментариях, отписывайтесь, давайте вместе как-то решим этот вопрос, пообсуждаем. Поэтому пишите все в комментариях. Обязательно подписывайтесь на Фламера, потому что это он нашел такого игрока. Здесь это трудно найти. Его канал находится в описании ролика, он тоже снимает антигриф, на него подписывайтесь. Ну и обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки. Спасибо всем за внимание, всем пока, с вами был Сержи и... Фламер. Фламер, всем пока.